Ребят, всем привет! Снова это я, Денис. Снимаю вам сегодня из Майами. И сегодня я хотел бы вам ответить на самые популярные вопросы покупателей. Очень часто меня спрашивают, для чего переезжают в Майами. Вах, сейчас я вам расскажу. Для чего переезжают в Майами? В Майами переезжают с разными целями. В зависимости от ваших бюджетов, я бы сказал, в зависимости от ваших возможностей, пожеланий и так далее. Очень часто люди приезжают для того, чтобы просто сменить свой образ жизни. И если мы говорим о том, когда переезжают, да, не просто приезжают, а переезжают. Потому что здесь город, в котором, во-первых, всегда теплая погода. Здесь отличнейшее настроение всегда, потому что светит солнце. Здесь огромный город 6-миллионный. Здесь постоянно происходят какие-то мероприятия, здесь люди улыбаются. Вы можете спросить, наверное, я думаю, из 10 человек опрошенных, человек 9 вам скажет, что они довольны этим городом. Возможно, даже 10, если они не только что приехали, потому что люди часто еще не понимают, да, когда только приехали. Поэтому в целом могу сказать, вот здесь все довольны той жизнью, которая у них есть. Почему люди переезжают? Сменяют тот образ жизни, который у них был в своих странах. Возможно, кто-то хочет больше зарабатывать, кто-то наоборот хочет больше отдыхать, допустим, уже там, так сказать, наработался в своей стране. Кто-то меняет свой образ жизни, потому что не, как бы правильно сказать, не согласен с политикой в своей стране или, допустим, с тем, что происходит в своей стране и так далее. В целом, могу сказать, что все, кто сюда приезжает, все довольны. Это самое главное. Люди меняют свою жизнь, и кто-то, допустим, приезжает в Майами, кто-то приезжает в другие города. Но в частности про Майами здесь... Алекс, ты доволен Майами? Да. Показывает, да. В общем, могу сказать, да, что в целом, кто меняет свою жизнь сюда на Майами, люди довольны этим. Это город интересный, очень, очень разнообразный. Кто-то приезжает сюда и начинает с нуля, так скажем. Я приехал, мне было 20 лет, у меня не было ни опыта, да, так скажем, жизненного, и не было финансов тоже в 20 лет, как бы там вариантов немного. Кто-то приезжает уже заработав большими активами, сюда переводит активами в свое будущее, допустим, и здесь уже получает какие-то доходы или открывает бизнесы. В общем, у всех абсолютно разные, я могу сказать, пожелания и цели переезда сюда. Но в целом могу сказать, наверное, что объединяет каждого человека, который сюда приезжает, это вот этот город, смена той жизни, которая у него была там, на вот это, что происходит здесь. И каждый человек, который здесь побывал, он, не могу сказать уверенно, он возвращается. У меня все мои знакомые, друзья, все абсолютно сюда, в Майами, возвращались. Только единственное, если у кого-то не получается, допустим, по финансовым или каким-то там политическим моментам, у нас теперь в России очень много кто в государственных органах, к сожалению, не могут выезжать. Поэтому в целом все, у кого есть возможность, все сюда возвращаются.